Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukemp и видеообзор трансовых колес для лодок ПВХ ТК-150H. Колеса полностью выполнены из нержавеющей стали, из квадратной трубы диаметром 30 мм, толщина стенок 2 мм, толщина нержавеющей стали в креплении 3 мм. Это обеспечивает максимальную жесткость при установке на транец. Диаметр колеса идет 260 мм. Колесо идет с пластиковым ободом, без подшипников, пневматическое. При необходимости вы можете его накачать любым автомобильным насосом. Механизм данных колес максимально прост и удобен. Заводим верхнюю часть за стационарно укрепленную шкив и защелкиваем сам механизм подпружиненный. Чтобы снять колеса, отводим механизм и снимаем скрепление. Как видите, ничего сложного в установке данных колес нету. Колеса удобны тем, что если они вам нужны, они стоят на трансе. Вы их можете установить как в нижнем положении для транспортировки, так и в верхнем положении, чтобы они вам не мешали, или просто убрать их в лодку, или оставить их потом в машине, чтобы они не мешались вам в лодке. Сейчас покажем некоторые размеры для наглядности. Высота от оси колеса до крепления 26 сантиметров. Размер самого крепления 12 сантиметров. В комплектации идут болты из нержавейки. Также в подарок данным колесам у нас на сайте вы всегда можете получить герметик, который вам понадобится для установки данных колес на транец вашей лодки. Понравились колеса, заказывайте у нас на сайте. Такие колеса есть в размере 260 мм, как у нас сейчас. И есть 310 колеса, увеличенные, для большей проходимости по мягким грунтам. Понравилось видео, ставьте лайки. Хотите увидеть новые видеообзоры товара, представленного в нашем интернет-магазине, подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.